Здравствуйте. Всего один матч остался в календаре российского волейбола в 2011 году. И этот матч сделает абсолютно счастливым одну команду, ну и болельщиков, естественно, этой команды. Потому что это финал Кубка России среди женщин, в котором встречаются одноклубницы, динамовки Москвы и Казани. Ну, то, что две динамовские команды, скорее всего, сыграют в финале, было понятно. Поскольку еще есть прекрасная краснодарская команда, которая могла бы на это рассчитывать. Ну вот вчера казанский клуб обыграл своих краснодарских одноклубниц со счетом 3-1. Это право завоевал. Ну а что касается столичного «Динамо», здесь никаких вопросов по большому счету и не было. Заречье сегодня не располагает тем составом, который способен остановить прекрасно укомплектованную московскую команду. Ну, по крайней мере, на пути к финалу. Что там будет в финальном матче, я бы на самом деле не считал бы, что одна из команд является фаворитом. Примерно одинаковые стартовые позиции, одинаковые возможности, прекрасные укомплектованные и основные составы, и есть хороший резерв на скамейке запасных. Так что все примерно одинаково. Опытные наставники. Но пока нам представляют арбитров Виктор Марков из Санкт-Петербурга, судья, который работает на международной арене и с успехом. В этом году судил он чемпионат Европы. Так что на самом высшем уровне представляет и нашу страну. И по праву, наверное, занимает сейчас место на вышке. Помогает ему Книжников из Санкт-Петербурга. Но мы со стартовыми составами команд знакомимся. Столичный «Динамо», Мария Борисенко, первый номер, центральный блокирующий. Леся Махно в доигровке. 10-й номер, Джордан Ларсон, ее коллега по амплуа из Америки. Екатерина Гамова в диагонали. Мария Бабешина, связующая столичного «Динамо», номер 12-й, 17-й столичного «Динамо», конечно же, казанского, 17-й Регина Мороз, ну и два либера. Вчера в основном играла Уланова на площадке, которая лучше нам знакома, как Екатерина Кабешова, конечно же. И столичный «Динамо», первый номер, Юлия Морозова. Третий номер у Марии Перепелкиной. Пятый номер у Евы Яневой из Болгарии. Восьмой номер Наталья Гончарова, диагональная. Девятый номер, связующий, Вера Улякина. И Анжелина Грюн, последнее приобретение столичного «Динамо». То приобретение, которое поможет, наверное, стройность в ряды команды внести, потому что, может быть, не хватало такого, знаете, лидера по духу в команде. Грюн как раз из таких, тем более, что прекрасно понимает по-русски. Она выходец из Советского Союза, из семьи немцев, жили в Душанбе. Ну вот в юном возрасте она перебралась. Наверное, разговаривать не так здорово, но, по крайней мере, в семье на русском общались, так что все прекрасно уж по меньшей мере понимает. Наставники команд Борис Колчин, столичным «Динамо». Для него это первый финал Кубка России в качестве наставника женской команды. Ну и противостоит ему Ришат Гелизудинов. Еще один факт достаточно примечательный. Эти команды как раз последние два Кубка России выигрывали. По одному Кубку России есть у московского и казанского «Динамо». И вот сегодня кто-то станет двукратным обладателем. Ну а у казанской команды будет шанс повторить успех новосибирского «Локомотива», удержать у себя Кубок России. Такая возможность сегодня предоставляется. Но для этого надо победить «Динамо» московского. Вот смотрю на команды и ловлюсь на мысли, что периодически, наверное, буду ошибаться, называя казанцев москвичками и наоборот, потому что, ну, очень много игроков меняли команды. Та же Екатерина Габом, Мария Борисенко, это были лидеры столичного «Динамо» еще не так давно. Кабешова играла Уланова в столичном «Динамо». Ну и, соответственно, наоборот, наверное, кто-то выступал. Не, ну, за казанский клуб там нет такой истории богатой, как у столичного «Динамо». Совсем недавно казанский клуб выдвинулся в лидеры нашего волейбола. Тут, конечно, поменьше вариаций, но, тем не менее, какая-то путаница может быть. У всех написано «Динамо». Так что, если что не так, извините. Что еще по вчерашним полуфиналам можно сказать, пока игра только начинается?
Московские «Динамовки» не имели никаких проблем абсолютно. И даже где-то так себе позволили к концу игры накал снизить давление на Заречье Зайцева. Где-то убедившись, что все будет в полном порядке, сыграли более что ли академично. Все равно победы в трех сетах достигли. И что любопытно, вот три основных нападающих команды – это Наталья Гончарова, Ева Янева, которая сейчас как раз блестяще в разрыв блока этот мяч колачивает, и Анжелина Грюн, они атаковали по сути поровну. У Гончаровой Грюн было по 25 атак, у Яневой 20, что может быть немножко непривычно, потому что все привыкли, что Гончарова атакует больше других, но с приездом Грюн может быть действительно что-то изменится. Это человек, который, ну, заставляет по-другому, может быть, смотреть даже партнеров своих на командную игру. Есть на кого опереться. Это действительно игрок-опора настоящая. И вот с появлением Грюн «Динамо» начало выигрывать. Наконец-то заиграла стабильно, собирает очки. В Лиге чемпионов свои матчи выиграла. И вчера, ну, вчера не должно было быть проблем. Их и не было. При том, что, по моим, опять же, наблюдениям, Грюн не находится пока в идеальном состоянии. Понятно, что она блистала на чемпионате Европы, на Кубке мира. И сейчас какой-то смысловой спад, наверное, в ее игре присутствует. Но ниже определенного уровня этот игрок все равно никогда не опускается. А казанки нервничают на старте игры. Посмотрите, сколько собственных ошибок. Джордан Ларсон подключает задние линии, по блоку не попадает. Зато далеко в аут мяч летит. 5-1. Вот вчера примерно так же казанская «Динамо» подавила своих краснодарских одноклубниц на старте полуфинального поединка. Сегодня они столкнулись с такой же серьезной силой, которую представляли из себя вчера. И посмотрите, Борис Колчин, конечно же, ему хочется выиграть серьезный трофей. Есть у него с факелом из Нового Уренгоя и кубок ЕКВ, но это с мужчинами, да, здесь есть возможность выиграть с женской командой. Тем более, что вот той стабильности, которой не хватало «Динамо», наверняка не заставляет тренера чувствовать спокойно. Может быть, действительно шла притирка его к игрокам и, соответственно, наоборот. И вот теперь, в канун Нового года, эта команда боевой единицей точно уж пристанет там. Подарит ли подарок своим поклонникам или нет, это вопрос второй и совершенно другой. Но то, что «Динамовки» сегодня нацелены и в состоянии бороться за победу, это уже очевидно нам и по первым минутам. Посмотрите, защита. Гончарова прекрасно мяч поднимает. Все это заставляет казанскую команду искать варианты. Сейчас Леся Махно так оригинально забрасывает мяч в угол первой зоны. Это даже не удар, такой, знаете, подкрученный накат. В женском волейболе часто страхуют, и даже чаще всего страхуют игроком за блоком. Вот сейчас Грюн туда и вышла, а игрок шестой линии должен быстро за такими мячами перемещаться. Не всегда это получается. Вот теперь уже Наталья Гончарова не находит блок казанской команды. Ну, наивно, наверное, было предполагать, что вот так как начали «Динамовки» этот сет, так они его легко и завершат. Вряд ли. Слишком серьезные силы на той стороне площадки. Одна Гамова чего стоит. Морозова первым темпом прекрасно в защите место выбирает. И тут же Екатерина Гамова сводит преимущество команды Бориса Колчина до минимума. 5-4. Причем Ришат Гильзудинов один тайм-аут уже использовал. Но Колчину чуть попроще, и его команда пока не уступает в счете. И он может себе позволить подэкономить немножко перерывы. Янева не лучшая доводка. Самой же исправлять и делать это не получается. Но каким-то чудом москвички мяч в игре оставляют. Вот эта нацеленность. Ну а эту атаку уже не остановить. 5-5. Вчера и те, и другие здорово отыграли на блоке. У казанской команды за 4 сета было 17 блокирований результативных. Причем 7 на счету Марии Борисенко. Это надо обязательно отметить. Что касается столичного «Динамо», у них 13, но за 3 сета. Так что цифры, ну, абсолютно сопоставимые. Причем у москвичек поровнее там эта нагрузка легла. Анжелина Грюн с 4 блоками была самая лучшая в этом компоненте. Ну а то, что мы сейчас наблюдаем, это и есть женский волейбол. Во всех его красе и со всеми его гримасами. Да? 5-1, 6-5. И это не значит, что инициатива теперь уже у казанского «Динамо». Все может повернуться.
Грюн хорошую доводку за голову. Блестящий первый темп на голове. Там-то явно Юлию Морозову не ожидали. Такие более широкие забегания за голову от нее привыкли. Ну, во-первых, сбитый прием в четвертой зоне, поэтому тут широко вряд ли было смысл пасовать. Главное, что это явно наиграно на тренировках. И при таком сбитом приеме на голове именно идет Морозова. Хороший показ был. Игорь, он классно выигрывает сложный мяч. Здорово показала Улякина, что будет атаковать. Обманула, а передачу не очень качественную сделала. Широковато конце не бросила мяч. Грюн пришлось вот что-то придумывать. И она это придумала. 7-6. Янева. Прекрасная подача. 8-6. Ну вот такими широкими мазками пока у нас рисуется. Вот этот натюрморт, который создают команды, действительно интересный волейбол. И время, когда обе будут держать съем, обязательно наступит. Но, видимо, наступит не сразу. Пока еще слишком много факторов влияет. Это и желание большое, это и нервы. И этим фактором игра пока заметно подвержена. Так что вот этот тайм-аут, он, как и Ришату Гелизединову, нужен. Ему все-таки второй перерыв совсем не с руки сейчас тратить. Так и Борису Колчину он, конечно же, пригодится. Потому что надо успокоиться. Вчера Ева Янева тоже не здорово вошла в игру. Первая партия у нее, по большому счету, в атаке неважно получилась. Зато со второго сета она заиграла. Так что у всех по-разному это получается. Вот сейчас эта хорошая подача ей, наверное, поможет. Хотя вот на повторе мы видели, что здесь есть чему корить себя принимающим казанского «Динамо». Подача была хорошая, но если она падает в седьмой метр, значит, это ошибка принимающих, как ни крути. Бывает, игроки пропускают мячи в надежде, что он уйдет в аут. Это абсолютно был не тот случай. Но вот по такой замысловатой схеме у нас пока матч проходит. Янева. И вновь блестящая подача. Тут уже Леся Махно как могла пыталась справиться с приемом. 9-6. И Ришату Гелизединову есть о чем задуматься. Он вчера, кстати, неоднократно Мегуми Курихару выпускал именно на заднюю линию вместо Махно в прием. То есть ту принимающую, которая в нашей сборной России, в общем-то, считается сильным игроком этого амплуа, он в своей команде вынужден менять еще на более сильного. Ну, японки традиционно хороши в защитных всех умениях, что касается приема, непосредственной игры защиты, подачи, там Курихара была на высоте. А вот блок краснодарского «Динамо» ей был не по зубам. Это было заметно, поэтому, конечно, если эта замена произойдет, то, наверное, на задней линии. И, наверное, не в начале партии, а у нас пока еще и середина сета не наступила, несмотря на то, что столько событий произошло. Здорово защищаются москвички. Вот игра в защите никогда не была сильной стороной московского «Динамо». Сегодня мы видим несколько иную картину. Это, наверное, комплимент Борису Колчину. Он эту игру потихоньку налаживает своими подопечными. Грюн тяжело, конечно, на тройном блоке. И вообще нападающим сегодня сложнее будет. Ошибка была, конечно. И тут надо Морозовой разобраться с Улякиной, кто из них виноват. Морозова взялась за чужую функцию. Улякина, наверное, успевала. Но, с другой стороны, мяч точно на центральную «Динамо» отскочил. Ей, конечно же, пасовать было удобней. Другое дело, что это, опять же, не ее дело. Крючкова идеально просто доводит. Что там, касание сетки. 10-8. Ну что ж, хороший волейбол мы наблюдаем. Вот несмотря на все эти ошибки даже, которые мы видели, по эмоциям, по настрою, видно, что нас сегодня интересное зрелище ожидает, которое соответствует статусу. Может быть, немножко не хватает в зале болельщиков, но перед Новым годом это достаточно сложно, сами понимаете. У всех свои интересы, у всех свои проблемы. Площадку показывает арбитр на линии, с ним согласен Виктор Марков. Я бы посмотрел повтор, честно говоря.
Вот с нашей точки показалось, что мяч вышел за. Ну, по крайней мере, там все на тоненького было. 10-9. Буквально облизывая сетку, мяч летит. Грюн. Проваливается мяч. Может быть, действительно, я повторюсь, она сейчас не в идеальной форме находится. И она это прекрасно сама осознает. Поэтому все время какие-то варианты в атаке ищет. Помню, на чемпионате Европы она большинство своих мячей просто в ход мощно атаковала. Сейчас и по линии крутит, и по рукам блокирующих. Понимает, что, наверное, высоты-то съема у нее не достает. Да и здесь, в российской суперлиге, с высокими блокирующими все в полном порядке. Нам, может быть, других не хватает элементов, если так проецировать все на национальную команду. Что касается блока, то это наше родное отечественное. 12-9. Ошибается Гамова. Тоже сигнал, да, определенный. Вчера Екатерина 40% в атаке показала эффективность. И было ощущение, что она к концу игры подсела. В четвертой партии так с трудом уже давались и многие атаки. Причем процент она при этом не понижала, но выигрывала только за счет понимания игры, за счет техники, за счет видения площадки. А вот так вот, знаете, раньше как по высоте, на мощи, с этим были уже проблемы. Так что посмотрим. Если матч затянется, это может оказаться на пользу столичного «Динамо». Еще и потому, что вчера москвички играли первыми. Играли три партии в ускоренном режиме, в то время как все-таки казанскому «Динамо» пришлось повозиться. Четыре сета, хотя они тоже могли все в трех партиях закончить. 20-16 в третьем сете вели. Но там секундная расслабленность, она в женском волейболе стоит, получается, даже вдвое дороже. Хороший блок был у Яневой, но вот в защите она не справилась. При этом до конца так и не определившись, площадку мяч летит или нет. В последний момент решила все-таки играть. Ну, как правило, в таких случаях уже не успеваешь как следует поставить руки. 13-11. Ларсон. Хороша подача, но хороша и Грюн. И Наталья Гончарова. Пока она не так заметна. Ее роль в «Динамо», как вы знаете, значительно больше. Но ей особое внимание блокирующий. Поэтому та же ошибка, что у Гамовой, да, согласитесь, и то, и другое будет непросто сегодня. Тем более, тут еще такая заочная борьба двух диагональных сборной России. Гамова, естественно, давно не знает конкуренции. Вот та самая конкуренция у нее появляется в лице Гончаровой. Потому что с возвращением Соколова и Кошелева, конечно же, Гончарова будет, скорее всего, в диагонали чаще появляться. Хотя она, мы видели, имеет определенные навыки в приеме и при должном развитии может здесь прогрессировать. Но в «Динамо» у нее позиция диагонального нападающего, и здесь вариантов никаких других нет. Пошла вроде Перепелкина страховать, и что-то ее, знаете, в последний момент смутило. Стартовала-то вовремя. Показалось ей, что может дотянуться Морозова до этого мяча и его смягчить. И это ее в какой-то степени сбило. 14-13. Появляется на подаче Ирина Кузнецова, которая практически всегда, появляясь на подаче, что-то для своей команды приносит, но не в этом случае. Чуть-чуть ей не повезло. Это тоже напряжение матча. Хотя, в общем-то, у казанского клуба уже опыта финалов много. Выигран финал прошлого Кубка России, финал чемпионата страны. Кстати, в прошлогоднем финале российской суперлиги именно столичный «Динамо» казанский клуб обыграл. И сделал это весьма и весьма уверенно. Так что здесь надо будет москвичкам забыть этот момент. Ну, благо, состав здорово обновился, и большинство игроков в этом не участвовало, скажем так. Я, кстати, тоже думал вначале, сказал, сразу в голову не пришло, кто же из Казани в Москву перебрался. А вот Вера Улякина, связующая, она как раз в прошлом году была в Казани. Янева где-то находит лазеечку.
16-14, перерыв минимальный. И действительно, уже потому, как развивается сегодняшний матч, мы поняли, что это немного. Хотя, как и ожидалось, игра выровнялась, и уже таких рывков глобальных мы не видим. Команда свой съем держит, при этом играет очень внимательно. Что касается собственных ошибок, их не так много, согласитесь. Но вот по разику попали в сетку. Гамова и Гончарова, причем главные ударные силы команд. А так вот, чтобы на скидку сказать, где игроки еще ошибаются, кроме подачи, вроде и не скажешь. Так что достаточно все на очень приличном, пристойном уровне у нас проходит. Ну, может быть, играют и, опять же, будущие финалисты национального первенства. С этим явно не согласятся в Краснодаре. Но на сегодняшний день, вот поэтому финалу четырех Кубки России, эти две команды, конечно, смотрятся посильнее других. И с появлением столичного «Динамо» Грюм, я повторюсь, в команде появился какой-то стержень. И не случайно ее сразу же выбрали капитаном команды. Редкий случай, согласитесь, когда легионер, к тому же, приезжает посредине сезона и становится капитаном команды. Уже вроде сыгранный, подобранный под определенные задачи. Это вот авторитет Анжелины Грюн, сумасшедший авторитет, который у нее есть в мировом волейболе. При этом Тагрюм всего 32 года, так что ей еще играть и играть. Гончарова очень здорово. Вот она как раз в защите прибавила весьма заметно, даже по сравнению с тем, что было в национальной команде. Прежде всего, с желанием играть в защите, а здесь ошибка. Морозова не попадает в площадку, и ошибка обидная, потому что это брейковое было очко. Во-вторых, очко, выстраданное в защите, это вот всегда неприятно. И вот Мигуми Курихара, она входит с подачи и, как правило, остается на задней линии. Японка, высокорослая, самый высокий игрок сборной Японии. Правда, вот в этом году ее в команду национальную практически не привлекали. Но она бронзовый призер прошлого чемпионата мира. И вновь Улякина с показом. Хорошо, широко. Переходящий мяч. Ну и здесь тоже Морозова своего не упустит. Ну а Грюн, даже не забивая, вот если потом заглянуть в цифры по итогам этого сета, обязательно это сделаем. Может быть, там один мяч из пяти она забивает. Но из тех, которые не забивает, ничего потом не остается для контратаки. Динамовкам Казани, они все время отбиваются, все время с трудом возвращают мяч на сторону соперника. То есть при всех раскладах идет затруднение очень серьезное после атак Грюн. Даже, повторюсь, когда до пола вроде бы она и не играет. Но это блестящая атака Джордан Ларсон. Но атака на одном блоке. Вчера по ходу репортажа полуфинального матча я неоднократно отмечал, как очень сильно прибавила Мария Бабешина. Но действительно, намного быстрее она стала пасовать и выяснила, что и умеет. Этот игрок и способен вести такую игру. Ну и потом, по итогам матча, она была признана лучшим игроком того полуфинала, что, наверное, косвенно мои слова подтверждает. Во-первых, не будем забывать, что речь идет о чемпионке мира 2006 года. То есть опыт у нее немалый. Тогда она совсем юной была в команде и пасовала достаточно уверенно. А здесь еще вот немножко раскрепостилась. Получила, конечно же, хороших партнеров, адресатов для своих передач. И нередко сама к обманным ударам прибегает. То есть действительно смотрится очень ярко. Так что не удивлюсь, если в национальной команде мы ее увидим, ну уж, по крайней мере, в каких-то расширенных вариантах. Она обязана просто появиться. Сергей Овчинников новый наставник сборной. У него свой взгляд будет на комплектование. И я думаю, что шанс есть у многих, кто даже в сборную не привлекался. 18-17. Очень хороший первый сет. По накалу, по драматургии. И сет во многом определяющий, куда пойдет этот матч, у кого появится преимущество. Ну вот, наконец-то Грюн закрывают. Причем отскок, опять же, длинный. Но постраховать некому было. Счет равный 18-18.
Гончарова. Причем вход в зону. Вот не раз уже динамовки эту комбинацию играют. Это уход от Гамовой, скорее всего, на блоке. По-другому я просто не могу это трактовать в данном случае. Вот посмотрите, пошире идет в третью зону. Гамовой приходится смещаться. С другой стороны, есть групповой блок, но есть куда его обыгрывать для Гончаровой. И она очень красиво скатывает сейчас мимо блока. А это Мороз. Попала ли она по рукам? Да нет, наверное, нет. Касание должно быть заметно. А как его заметить, если оно не очевидно? Таким серьезным выражением лица Гильзудинов, там, к которому арбитру обращался, убедившись, что понимания не найдет, он берет тайм-аут 20-18. Второй тайм-аут казанского «Динамо». При этом Борис Колчин умудрился вот при всех этих перипетиях обойтись без перерыва. Так что у него какие-то небольшие такие бонусы в концовке могут быть. Естественно, он предпочел бы без них обойтись. Очки на блоке, но пока здесь ни те, ни другие еще себя не проявили в полной мере. Это понятно, у нападающих много сил, еще и хорошая высота атаки у большинства, поэтому блокирующим еще придется потрудиться, чтобы, во-первых, разобраться с тем, кто как атакует, но при этом мы много смягчений видели. Гамова, вот и блок, блок, который очень дорого может стать казанскому «Динамо». Наталья Гончарова, вот битва двух диагональных в непосредственном выражении. Перед этим Гончарова обыграла в атаке блок Гамова, и теперь ее все закрывает. Замена меняет Бабешину. Ольга Крыжановская выходит на площадку. Ну, что-то надо делать Гильзудинову. Он перерывы свои использовал, поэтому ему, конечно же, надо чем-то передергивать игру, поскольку вот москвички в этой расстановке два очка подряд взяли. Обратная замена Леся Махно на передней линии. Курихара в атаке вчера не блистала, здорово отыграв сзади. Поэтому как ее использовать сегодня, пока очевидно для Гильзудинова. Ларсон. Эйс. Так, словно шарахнули тут мяча и Янева, и Крючкова. Ну, надо разобраться, кому этот мяч принимать. А тут как раз вот сэкономленные Колчиным перерывы вполне и вполне пригодятся. По сути, русскоязычная у него полностью команда. Это очень удобно. Хотя Колчин прекрасно знает итальянский. И с той же игры он мог бы, наверное, на этом языке спокойно изъясниться. Янева русский знает прекрасно, она в России играла еще и до «Динамо», в других клубах. Хотя играла, по-моему, в Липецке, играла точно в Омске в прошлом сезоне. Так что, ну и болгарам, вы понимаете, русский язык не является проблемой. Хорошая доводка от Грюн. Высокий мяч Яневой. И что? Да, попадает. Он касается площадки. Здорово она сейчас разобралась с блоком. Но вот это скорость передачи. Это от хорошей доводки. Тут же можно убыстрять передачу в край. Что и делается. Замена. Возвращается на площадку Морозова. Ее Матиенко на подачу подменила. Ну, в принципе, свои плоды это принесло. Москвички впереди. 22-20. Перепелкина. И посмотрите, вновь в защите хорошо играет Насера Сулякина, а казанская «Динамо» к этому не готова абсолютно. И если этот мяч будет забит, а он будет забит, это, наверное, действительно будет заслуженное наказание. Вот за такую секундную расслабленность можно потерять сет. Потому что мяч отлетел без борьбы, надо было просто быть готовым к тому, чтобы что-то серьезное организовать. Девушки из Казани проспали откровенно этот момент. Вернулась Бабешина на площадку. Что лишний раз подтверждает мысль, что замена нужна была только для того, чтобы создать паузу. Гамова одно очко отыгрывает. Но теперь в концовке, наверное, ей и ее подругам по команде понадобится еще и удача.
Больно уж надежно заиграла «Динамо» столичная вот после всех этих перипетий стартового отрезка. Сейчас такой действительно уверенный в себе волейбол москвички показывают. Много подач летит в Грюн. Вот в нее бы подавать как раз не стоило в эти моменты. Она очень уверенный в себе игрок. Но зато мы видим, есть другие аргументы. Грюн-то с приемом справилась здорово. Янева не смогла блок обыграть. 23-22. Вот такая концовка. Ну, вот сейчас Борис Колчин свой второй тайм-аут использует. Действительно, вот в самый нужный момент они у него оказались. И сейчас буквально один розыгрыш может решить все. Ну, цифры равные. Я думаю, что вот по итогам этого сета практически равные показатели у команд будут во всех компонентах. Я не вижу, кто в чем кого превосходит пока. Чуть получше, может быть, москвички выглядят в защите, вот так, по ощущениям, но и это не критично, не критично абсолютно. Это чуть оно всего в одном очко в итоге выражается, наверное. Мороз. Крючкова легко справляется. Широкой передачей закрывают теперь же Гончарову. Ответ от Екатерины Гамовой. И она справляется своим непосредственным визави. 23-23. И нас ждет интригующая концовка первого сета, который очень дорого может стоить в этом матче. И главное, кому сейчас отдать сняться, да? Оба основных нападающих не забили. Грюн, она не для атаки задней линии. Вновь Гончаровой. Не проходит. Яневой, ну, наверное, слишком широко. Но от блока в аут летит мяч. Облегченно выдыхает Борис Колчин. Действительно, тут везение. Потому что передача широкая, неудобная. Янева так извернулась в воздухе. Неудобно приложилась мячу, опять же. Но зато удачно попала по блоку. Гончарова на подаче. Гамова. Естественно, Гамова поднимает мяч. Еще одна доигровка. Вновь Гамова. И вновь, наверное, мяч в игре должен остаться. Нет, нет. Чуть-чуть не хватило. Конечно же, щиты рекламные помешали. Пришлось чуть-чуть перестраховаться Наталье Гончаровой. Поэтому высоко подбить мяч ей не удалось. И хотя и две партнерши бежали с ней ее подстраховывать, все равно ничего никто не успел. 24-24. Сложности у Яневой в этой концовке. Гончарова на задней линии уже, и по блоку она не попадает. Да, москвичкам немножко не хватило, чтобы дожать соперника. А теперь сложности, потому что на передней линии, помимо связующего, есть только первый темп и Янева, который абсолютно ничего не забивает в последнее время. И какого найти адресата? Ну, наверное, Морозова. Все правильно, это напрашивалось. Благо, опять Грюн просто прием конфетку организовала. Здесь можно было действительно с первым темпом играть и играть очень быстро. А чуть за весь мяч, и там блок уже висел двойной. Морозова могла просто не успеть. 25-25. Янева. И вновь через Гамову вся концовка. Нет, не достать этот мяч. 26-25. Пока Гамова эффективно достаточно. Ну и главное, эффективно в тот самый момент, когда это нужно. Грюн. Тройной блок. И все-таки выигрывает немка мяч. Вот это вот умение не проигрывать, оно тоже дорогого стоит. Потому что выиграть на этом блоке, ну, честно говоря, очень сложно. Там практически все закрыто, все возможные направления. Вот только что-то по рукам. В данном случае повезло, конечно, не без этого. 26-26. И опять хороша атака. Гамова держит концовку практически в одиночку.
С одной стороны, это здорово, с другой стороны, это обязательно скажется где-нибудь к концу матча, если он затянется, вот такая нагрузка, которую пришлось ей получить, может быть, раньше времени, но, с другой стороны, какое же еще время нужно, если не концовка сета. Грюн, блестящий в разрыв блока, забивает, 27-27. Но сейчас полегче москвичкам. У них и Грюн, и Гончарова есть на передней линии. Плюс Перепелкина. Нет связующей. Три хороших блокирующих. Улякина может сложно подавать. Тут момент такой интересный становится. И вновь через Гамову. Крючкова блестяще в защите. Но эпизод продолжается. И вот без Гамовой забить-то некому, как выясняется. Джордан глухо абсолютно в блоке. 28-27. Вновь сетбол возвращают себе динамовки Москвы. Попытка сыграть аккуратно в стык. Не нашла этого стыка. Его там просто не было в этом блоке. Точнее, разрыва в этом стыке. И вновь высокий мяч. Вновь вдвоем следят за Гамовой. Но это не значит, что ее можно остановить. При этом 28-28. Все вы прекрасно знаете, что Гамова, как никто, умеет играть решающие матчи. Бабешина. И вновь Грюн. Ну, идеально. Просто принимает в концовке. Немножко не туда вроде пошла Гончарова. Но вовремя перехватила собственный разбег. Сумела. А получилось, знаете, как будто человек комбинацию сыграл. Раньше в мужском волейболе вот такие комбинации очень практиковались. Со сменой ритма, направления. Получилось здорово. С эстетической точки зрения 29-28. Анжелина Грюн на подаче. И это опасно. Справляется Ларсон. Вновь Гамова. Вот подтянула Крючкова один из мячей. Что Янева? Ну, Янева с места атаковала. А этот мяч уже, конечно, не поднять. Два раза Гамова шансов не дает. 29-29. Блестящий волейбол. Вы наблюдаем. Знаете, чем бы это все ни закончилось, даже в этой партии. Это красиво, и это на высочайшем уровне. Янева в стык блока, но я опять не могу не отметить Грюн. Какой же прием она сегодня обеспечивает. Просто фантастика. Ну что, 30-29. Вот такое начало этого матча. И пока не видно, кто первый ошибется. Безошибочно играют и те, и другие. Но все-таки ошибка рано или поздно состоится, наверное. И вот когда опять атаковала Махно, динамовки Москвы свой шанс не упустили. Закрывают ее вновь. 31-29. Первый сет за московским «Динамо». Второй партии ожидаем с нетерпением, потому что тот волейбол, который мы сегодня наблюдаем, это, конечно, действительно красиво, и это здорово в исполнении команд. 31-29, вот таким оказался первый сет. И действительно, как я и предполагал, цифры абсолютно одинаковые в большинстве компонентов. Ну, судите сами, по 79% позитивного приема у тех и других в атаке. 45 указаний, 43 у «Динамо». Цифры прекрасные для этого финала четырех. Это выше, чем в любом из полуфинальных матчей. Но, с другой стороны, мы видели, как съем держали и те, и другие в концовке. Эйсов у москвичек больше на один, блоков больше на два указания. И, собственно, в итоге это дает нам практическое равенство. Но кто-то должен был победить. И победила московская «Динамо» за счет того, что в концовке все-таки дважды подстерегли Лесю Махно блоком. Все, что можно было сыграть через Гамову, Гамова выиграла. 11 очков в первом сете. Не так часто встретишь, чтобы кто-то больше 10 очков набирал за партию. Но вот тот самый случай. Ум победительниц первого сета у москвичек. Также 10 очков сумел набрать Ева Янева.
Вот мы видели, был у нее какой-то пробел в атаке, но зато в начале сета и в концовке она сыграла здорово. Плюс 2 очка с подачи. Гончарова очень уверена по линии. Она пока, наверное, еще до конца свое слово не сказала. Всего 4 атаки из 15, реализовав первой партии. В этом отношении проигрывает Екатерине Гамовой. И, конечно, для нее это тоже вызов. Посмотрим, во втором сете может быть все совсем по-другому. Хороший первый темп. И здорово принимает Уланова. Опять же, Бабешина в таких случаях весьма-весьма эффективно выглядит. Мороз. У него всего 1 очко в атаке. А вот надо отметить, что у москвичек 4 игрока всего очки в первом сете набирали. Вот Мария Перепелкина пока ничего не заработала. Борисенко на блоке. Тот игрок, который вчера 7 раз блокировал и сегодня уже 2 очка успел заработать. Знаем, что вручаются призы лучшим по номинациям. Вот Борисенко, у нее серьезная очень заявка на то, чтобы стать лучшей блокирующей турнира. Уже 10 блоков. А второй матч только начинается. Говорю, он долго так пытался приноровиться. Какое-то повреждение получил. И, возможно, достаточно серьезное. Леся Махно хромает. Не видит это связующее. Дает ей передачу. И Махно забивает. Ну, значит, не так все плохо. За ногу, конечно, держится. Но там оступилась явно где-то. Видите, вот на дальнем плане она там прихрамывает. На этом повторе. Ну, а начало второго сета напоминает первый. Только с точностью, да наоборот, 4-1 казанское «Динамо» повело. Янева, ну там касание сетки у блокирующих, да и мяч, по-моему, от блока в аут отскочил. Теперь москвичкам придется постараться, чтобы не отпустить соперниц. Наталья Гончарова. Мегума Курихари появилась, но я думаю, что вот как раз дело в том небольшом повреждении, что Махно получила. Подняли этот мяч. Фантастика. Ну, давайте уж досмотрим эпизод, тогда вернемся к этой замене. А вот этот мяч поднять не удалось. Ева Янева еще 1 очко в свою копилку добавляет. Сегодня она весьма-весьма эффективна в нападении столичного «Динамо». Так вот, Курихара, наверное, должна была по ходу этого сета обязательно разочек подменить Махну на задней линии. Но пришлось это делать вначале вынужденно. Сейчас над ногой Леси колдуют врачи казанского клуба. И, видимо, не все там так здорово, как на первый момент показалось, что обойдется. Врач Павел Климовский, он и в национальной команде работает. Знаем его прекрасно. Он в этом сезоне работает в казанском «Динамо». И сейчас заморозка там, еще какие-то другие моменты. Надо приводить в порядок. Ну, а Курихара по линии здорово проходит. Вот вчера она в те моменты редкие, когда выходила к сетке, ничего хорошего там, по сути, не соорудила. Из 4 атак ни одной не реализовала. 1 раз ошиблась, 3 раза не добила. А вот сегодня первое очко свое зарабатывает. И зарабатывает достаточно быстро. Еще раз, но на сей раз не рискнула лезть на этот заслон. Гамова задней линии прочитала Морозова ее замыслы, а перевод был вправо, сбросила на руку в последний момент. Едва ли не одной рукой закрыла. Давайте посмотрим. Нет, ну сбрасывал обе руки, просто в одну ладонь мяч попал. Перехитрила сейчас Морозова Гамову. Не зонным блоком играла, а ловящим. И главное, что поняла, куда будет этот перевод играться. Янева. Нижний трос. Вот так почувствовала, что игра у нее идет. Решила уже на подаче надо рискнуть. Ну что ж, опять первый рывок. Он состоялся, но ни к чему не привел. Равенство в счете было 5-5. Сейчас прошла уже Курихара переднюю линию.
Но Олеся Махно, получив помощь, отправилась в зону разминки. Так отправилась достаточно бодро. Так что есть основания полагать, что ну не страшно там это повреждение. И сегодня мы ее еще должны на площадке увидеть. 7-5. Грюн не забила, но сама прекрасно подстраховалась. В защите едва-едва москвички мяч не поднимают. Но хорошие мячи сегодня подтаскивают подопечные Бориса Колчина. Даже вот этот сложнейший удар едва не удалось нейтрализовать. 8-5. Восстановили волейболистки из Казани свое трехочковое преимущество на старте этого сета. Ну а Мария Борисенко действительно блестяще атаковала, обыграла блок. Тут защитницам очень сложно. Технический перерыв, пока наставники обходятся без тайм-аутов. Но вы уже поняли, что Борис Колчин, он без надобности форсировать ситуацию в этом направлении не будет. Проценты в атаке, как я уже говорил, абсолютно одинаковые. Ришат Глизудинов давно уже закончил общение со своими подопечными. В задумчивости расхаживает. Ну, а игроки готовятся спокойно вернуться на площадку. Сейчас с казанского «Динамо» дела наладились. Главное вот не упустить эту нить, которую удалось наконец-то уловить. Поскольку, по сути, большую часть первого сета казанская «Динамо» отыгрывалась. Там были какие-то моменты, выходили вперед, но совсем уже эпизодически. Так приходилось догонять. Правда, эта погоня едва не увенчалась успехом. Были сетболы у казанского «Динамо». Грюн, касание сетки. Там, безусловно, у Марии Бабешиной было. 6-8. Грюн ничего так и не проигрывает, это самое главное. Забить все нереально, наверное, сегодня. Но вот то, что человек не проигрывает, он и сохраняет массу шансов для своей команды. Гончарова тройным блоком закрывает, но вот с высоких мячей в шестой зоне пока атаковать ей не удается. Там успевают трое сгруппироваться и попробуй что-то придумай в этой ситуации. Может быть, обманные удары здесь будут эффективны, как знать. Гамо здорово отработала. Ларсон. Внимательно Янова. Вновь Грюн. И на сей раз блок слишком слетел к антенне. Бросил ходовое направление. И незамедлительно немка этим воспользовалась. Мощно туда вложилась. Видела прекрасно, что это направление свободно. 9-7. Улякина. Хорошая атака у Джордан получилась. Мяч там где-то, может быть, между рук даже просочился. Еще и закрутился. Поэтому защитнику трудно было обработать. Тут сложно было что-то предложить. Очень аккуратненько сейчас Гончарова мяч сохранила для своей команды. Вот это уже можно атаковать. И она так навалилась буквально в сторону аута, но навалилась через руки Гамова и сумела их продавить. 10-8. Интересную, конечно, дуэль мы сегодня наблюдаем. И я думаю, что еще многое любопытного в этой дуэли мы увидим. Грюн прекрасная вновь. Вела мяч в игру, но там хорошо Джордан с приемом-то справилась, а вот в атаке, ну не знаю, может быть передача была чуть ближе к блоку, уже нападающего шансов здесь мало. Руки переносятся, накрывается, вот видите, как отработала Янева,
Ничего здесь не сделаешь. 9-10. И вновь хороша подача Грю. Но, правда, Джордан с ней справляется. Агамова поверх блоков колачивает. И так выразительно что-то в сторону площадки соперников сказала. Действительно, тут есть моменты именно личной дуэли. Есть кому что доказывать. Джордан не попадает сейчас. Никто из москвичек не реагировал. И так Джордан с надеждой долго смотрел на арбитра. Но, видимо, давайте посмотрим. Вот сейчас нам будет отсюда хорошо видно, куда мяч попал. Да, он-то небольшой на самом деле. Всего лишь на диаметр мяча. Но был. Здорово. Сейчас опять же в защите сыграли москвички. Улякина сегодня уже не один, кстати, сложный мяч подняла. Курихара рискнет. Рискнула. Но рискнула совершенно не видя, где блок и чем он там занят. Потому что мяч летел сбоку и достаточно низко. Тут, наверное, японка переоценила свои силы. Правда, в линию пыталась крутить. Там всегда варианты есть на хороший отскок. Но этих вариантов не оставила Ева Янева абсолютно ей никаких. 11-11. Москвички второй раз после трехочкового отставания сравнивают счет в этой партии. Джордан, подключение задней линии от блока в аут. Но вот когда нет Махно еще доверяли в четвертой зоне атаковать. Курихари все-таки отдают неохотно, понимая, что она не очень готова. Да, она первый свой мяч вроде забила, но с тех пор ничего. Вновь появляется Ирина Кузнецова на подачу. Это ее волейбольный хлеб. Вот в первой партии не получилось. Сейчас не получилось затруднить. И опять же с нее сразу с этой подачи снимаются. Янева вновь хороша. Вот сегодня чуть легче и Гончаровой в этом плане, потому что у Яневой атака в целом получается. Был такой у нее сбой в первой партии. Ну а так с хорошим процентом она продолжает забивать. Блока, куда мяч отскакивает. В аут. Чуть-чуть Юлия Морозова не успевает. Близко-близко было бы все. 13-12. И вновь у нас равная борьба. Но вот видите, в этом, кстати, уже таких каких-то перепадов явных мы не видим. Одно-два очка удается вырвать в расстановке. Это уже много при своей подаче. Команды стараются поаккуратнее действовать. Ну и действуют здорово. Сейчас не попадает Гончарова, хотя атака вроде так привлекательно смотрелась. Блок обошла. Ну не вполне Гончарова с этим согласна, что был аут. Не видно нам, к сожалению, с этого плана. 14-12. Янева. Ну, на сей раз ее плотно закрывают. Бабешина с Борисенко. 15-12. Вновь рывок небольшой Казани. Третий раз уже за этот сет преимущество становится в 3 очка. Тут уж Борису Колчину приходится брать перерыв. Он-то понимает, что на заказ постоянно догонять соперника очень сложно. Надо помогать своей команде. Сейчас этот тайм-аут технически рядом. Можно будет немножко успокоиться за это время. На подаче Гамовой в первом сете больше всего москвички выиграли. 8 раз подавала Гамова, намного больше, чем другие. Это показатель. А вот у столичных динамовок практически поровну, у 5 человек. От 6 до 5 подач было в первом сете. Так что вот нет такой явной расстановки, что ли, у москвичек, где они очки собирают. Все примерно одинаково. Гамова. Нет, Янева ошибается. С места уж совсем нагловато несколько сыграла. Здесь надо было что-то придумывать. Здесь перепрыгнуть блок вот практически без разбега это невозможно. 16-12.
перевес казанского клуба уже посерьезней. И вот не случайно Борис Колчин свой первый перерыв именно перед техническим использовал. То есть пытается разбить на такие отрезки этот участок матча, где не все здорово складывается у его команды. Москвички на блоке в этой партии, по-моему, еще сумели, точнее, ребят, казанского «Динамо», прошу прощения, еще сумели прибавить. Они в первой партии чуть лучше были в этом компоненте, но вот именно уверенные на блоке сейчас помогает соорудить небольшой отрыв. Практически всю отведенную минуту на технический тайм-аут Борис Колчин сейчас использовал для такого достаточно эмоционального общения со своими подопечными. Никто легкой победы здесь не ожидал, но отпускать сопернику, давать ему психологическое преимущество, помимо очкового, конечно же, не хочется. Можно проиграть партию, но можно проиграть ее по-разному. И вновь через Яневу. Но на сей раз она справляется, успокоилась. Смогла опять же пойти. Ну, атаковала где-то с четвертого по четвертому. Там еще рикошет был небольшой. Поменял немножко направление мяч. 13-16. Попытается, наверное, рискнуть сейчас на подаче. Курихара. Но это шанс для блока столичного «Динамо». Побаивается, да, японка атаковать, но, может быть, и права, потому что не чувствует себя в уверенности. Тут излишний риск тоже ни к чему. Вот сейчас можно попробовать. И вы знаете, я не уверен, что мяч летел в площадку. Может быть, Крючкова здесь не здорово ориентировалась. Может быть, показалось ей, что было касание блока. Мяч-то так параллельно полу пошел. Ну, не в этом эпизоде, а вот при второй атаке, при третьей даже Курихара три раза за этот розыгрыш атаковала. И хорошая подача у нее получается. Такая замысловатая траектория. В угол летел мяч. Не смогла под него построиться Янева. 18-13. Тайм-аут. Борис Колчин использует свой второй перерыв. Ну вот в этой партии первым оба тайм-аута использует наставник московской команды. Действительно, такой провал небольшой у подопечных. По сути, последние мячи только Ева Янева атакуют. Это идет от приема. Когда приема нет, получается проще доставить мяч все-таки доигровщику. Ну, посмотрим, что будет после тайм-аута. Больше у Бориса Колчина перерывов нет. Замен у него хоть отбавляй. Кстати, он к ним пока еще сегодня не прибегал. По сути, шестерка играет. Даже для каких-то, вот, может быть, точечных моментов замены пока не делал. И вновь Курихара таким навесом в дальний угол мяч направляет. Но значительно дальше, чем длина площадки. 18-14. Анна Матиенко на подачу у столичного «Динамо» вместо Юлии Морозовой. Москвичкам нужно усиление сейчас в мелочах. И Борис Колчин понимает. Да, но вот Матиенко выходила в первой партии. Так что не совсем точно я сказал. Это вот единственная замена, которая пока делается. Чуть-чуть не попадает. Вот буквально каких-то 10 сантиметров за. Причем ровно в угол площадки мяч летел. Но вышел чуть-чуть. 19-14. Казанский клуб тоже пытается усилить подачу. Ольга Хржановская появляется вместо Марии Борисенко.
Курихара. Внимательно очень защита. Что-что, с защитой у японок всегда полный порядок. Но Агамова блестящий шанс реализует. Укладывает мяч точно в уголок площадки. 20-14. Серьезное преимущество в этом матче, такого еще не было. Татьяна Леознова, известнейший наш режиссер, тоже любитель волейбола, пришла посмотреть на этот интересный матч. Светлана Дружинина, прошу прощения, конечно же. 21-14. Казанская «Динамо» тем временем продолжает наращивать преимущество. Москвички, честно говоря, по большому счету, такое ощущение, что не знают, как, что делать. Вот бывает это в игре столичного «Динамо» последнее время. Вроде все здорово получается, потом в одночасье все разваливается. Нередко такое случается. Но вот сейчас наконец-то остановила Гончарова это падение обманным ударом. Таким аккуратным 15-21. Вера Улякина будет подавать, а Анна Макарова выходит. Кого она заменила? Заменила Анжелину Грюн на передней линии. Пытается сейчас мощи в атаке добавить Борис Колчин. Может быть, немножко дать передохнуть лидеру своей команды, капитану, понимая, что ну, не идеальное у него сейчас физическое состояние. Это, в принципе, заметно. При том, что Грюн держит практически весь прием команды. И вновь легкое очко для казанского «Динамо», который эту партию выиграет без особых затруднений. Это теперь уже очевидно. 23-15. Вот как-то вроде шли-шли, до счета там 13 равная борьба. И потом одним рывком буквально казанское «Динамо» выигрывает. Причем москвички просто потерялись. И еще одна ошибка. Наталья Гончарова. Ошибка, которую, в общем-то, трудно объяснить. Собиралась нападать, потом обманный удар сделала, потом снова что-то задумала другое и, по-моему, в собственных движениях запуталась. 24-15. И подача на вылет от Бабешины. Вот так вот неожиданно, легко казанскому «Динамо» сдается вторая партия. 25-15 и 1-1. И второго сета она тоже содержит в себе немало любопытного. Вот трудно поверить, что в партии, которую команда выбрала, никто из победившей команды не набрал больше 4 очков. А ведь такое действительно произошло. Джордан Ларсен и Екатерина Гамова по 4 очка набрали. Остальные меньше, но ровно распределилась зато эта нагрузка. Курихара 3 очка набрал, из них 2 в атаке. Ну вот. Так тоже бывает. На блоке опять в той же пропорции 5 к 3 оказались сильнее «Динамовки» Казани. Это понятно. Намного лучше они принимали. 83% выдали во второй партии. Это вообще великолепные цифры. Две подачи на вылет. Так что по всем показателям, естественно, произошли. Но 25-15 счет, который других вариантов, в общем-то, не подразумевает. У москвичек Ева Янева 6 очков набрала, и она по-прежнему самая результативная. Теперь уже не только в своей команде, но и в матче. У нее 16 очков. У Гамовой теперь 15. Ну и удалось силы Гамовой, получается, подэкономить. Если в первом сете она 19 раз атаковала, то во втором всего лишь 8. Так что такой небольшой режим экономии. Но когда команда выигрывает, все и получается. Второй сет. Москвички, начиная с другим совсем настроем, с первых же мячей кидаются, ну не то чтобы отыгрываться, понятно, что счет равный. Пытаются сразу получить какое-то преимущество, заставить соперника дергаться. В этом матче это может помочь. Перепелкина. По-прежнему казанская «Динамо» очень прилично принимает. Вы видите, доводка близкая к идеальной. Раз за разом, и, естественно, Мария Бабешина, получается,
варьировать атаку, как ей нравится, как ей удобно. 2-1. Регина Мороз. По-прежнему всего одно очко в ее активе. И странно, ни одного очка на блоке. На нее это не очень похоже. Очень эффективный блокирующий вообще обычно. Гончарова от блока в аут. Ну вот, может быть, время Гончаровой настает. Как-то во втором сете совсем уже она где-то в тени отсиделась. 3 очка набрала, 3 атаки из 8. Ну и в целом процент у нее невысокий. Где-то в районе 30. Но вот этот сет начинается по-другому. Гамова. Непростой мяч. Да, прием был сбитый. Поэтому блок имел массу времени, чтобы приготовиться. Но исполнение, посмотрите, какой атаки. Идеально по линии. 3-2. Янил, не лучше, конечно, прием. Ничего там сложного в этой подаче не было. Но как-то так порывисто она принимала, нервно. И навела на блок соперниц мяч. Естественно, Борисенко своего шанса не упустила. И вновь все на подаче Гамовой проблемы. Подача сложная, тут вопросов нет. Грюн с ней сейчас справляется. И мощнейшая атака Морозовой. 4-3. Ну вот с этой расстановки сойти важно для москвичек все время. Потому что на подаче Гамовой, получается, больше всего Казань выигрывает. Во втором, кстати, та же картина. Поменьше, чем в первом, но по 5 раз подавали Гамовой и Курихара. Остальные меньше. Стало быть, в этих расстановках очки собирались. Ну и так получилось невольно, что травма Леси Махно, получается, на пользу ее команде невольно обернулась. Курихара вошла, помогла в защите, не провалилась, в общем-то, в атаке и сложно подает. Вот эти составляющие помогли ее команде вторую партию сыграть очень уверенно. Ни в одной Курихаре дело, безусловно. И еще один эйс от японки, 5-4. Пора уже заканчивать гадать москвичкам, надо посерьезнее к подачам Курихары относиться. Крючкова не должна такие мячи пропускать. Тем более, что, видите, принимает она здорово. Принимает здорово, и первый темп вновь за головой. Вновь Юлия Морозова. Вторая атака подряд успешная. Практически мы не видим в атаке Перепелкина. Вот во второй партии ни разу она не атаковала. По-прежнему ни одного очка у нее нет. За 2 сета. Не прибавилось их и сейчас, потому что не успевает она на блок. 6-5. Впереди по-прежнему волейболистки из Казани. Но по-прежнему, если брать предыдущий сет, большей частью, конечно. То есть постоянно они заставляют соперника нервничать. Ну вот оружие. Первый темп за головой заработал. Теперь уже в исполнении Перепелкиной. Первое очко Марии. Может быть, получше у нее дела пойдут. Наконец-то она получила удобную передачу. Во втором, кстати, даже передачи ей ни одной не отдали. Вот что удивительно. Первая партия она 2 раза атаковала, не забила. И забыли о ней. Хорошо выбирают москвички место в защите, а вот обрабатывать эти мощные атаки не получается. Сколько уже таких отскоков мы видели, когда мяч вперед улетает, а не вверх. Вверх надо стараться как-то выбивать. Понятно, что советовать легко, но все равно надо искать какие-то пути. Бабешина. Гончарова от блока в аут. Ну вот в этой партии получше у нее дела в атаке идут. Грюн на подаче, 7-7. Ошибается. 8-7, первый технический перерыв. Пока равенство, пока команды
не могут настолько предъявить свои аргументы, чтобы оторваться в счете, но это и понятно. После двух равных сетов, после равенства, после двух сетов, так, наверное, будет точнее сказать, цена этой партии очень велика, поэтому стараются обходиться без ошибок. Ну и пока это, по большому счету, удается и тем, и другим. Процент в атаке хороший и у Казани, и у Москвы. Ну и процент достаточно сопоставимый. Что впереди еще в этой партии? Елена Година, видите, активно общается с бывшими партнершами по команде. Теперь она в качестве помощника Бориса Колчина в тренерском штабе «Динамо». Ну и есть что опытному игроку, естественно, добавить. Ей психология женского волейбола знакома куда даже больше, чем наставнику команды. Вот такое тоже бывает. Янева, хорошая доводка, будет сама атаковать, и Гамова. На сей раз попала, мне первое впечатление было, что мяч вышел за, но попал в площадку, об этом уверенно оба арбитра свидетельствуют. Да, да, на повторе четко видно, в линию мяч попадает, 9-7. Провалился мяч на сторону казанской команды. Потеряла немножко его из виду Курихара. Так-то она, в общем-то, в защите ничего практически не проигрывает. Но здесь поздно увидела, наверное, не успела поставить руку. 9-8. Перепелкина. Коснулась мяча Улякина. Не знаю, попадал он в площадку или нет. Игрок не стал гадать, может быть, и прав. Но вот обработать мяч не сумел. Замена вновь на подачу появляется Кузнецова. Ну, Ларсон хорошо блок здесь обыграл, ничего не скажешь. Наверное, попадал он. 10-8. Вот Гильзудинов не случайно пытается подачу вот именно в середине партии усиливать, а не в концовке, как это часто делают. Потому что он видит, насколько москвички ломки оказались. И в середине, когда что-то не ладится, просто останавливаются и выпадают. Поэтому именно сейчас в середине сета и пытается нажать. Пытается эту инициативу окончательно захватить. Но «Динамовка» Москвы остается только убедить его в обратном, попробовать. При этом еще, видите, с сложной подачей надо справляться. Молодец, сейчас Морозова выручила, потому что вот действительно в этой расстановке так пробуксовывать стали москвички, когда Гамова в четвертой зоне на хорошей подаче. Много можно было здесь проиграть. Сейчас Гамова командный удар выполнила. Здорово там на постраховке сыграли «Динамовки» Москвы. И вновь через Гамову сейчас основная атака идет. Екатерина не подводит. Она в большом порядке сегодня. Намного сильнее выглядит, чем в полуфинале накануне. Опять же, ее умение играть решающие матчи. 12-9. Хороший первый темп. Ну вот то, что получается в этой партии у московских «Динамовок», так это вот эти вот забегания с хорошей доводки. Вроде бы и блокирующие все прекрасно видят, но не успевают просто. Настолько быстро все играется. Видите, с хорошей высоты Морозова эти мячи бьет поверх блока. Янева. Так.
Такой же ответ пытались сейчас соорудить волейболистки из Казани, но аккурат в руки блокирующих пришлась атака Борисенко. 11-12 москвичкам удается соорудить погоню. Ну вот то, что совсем не получается, это хоть как-то расшатать прием казанской команды. Ну действительно, вот эта троица держит его просто великолепно. Джордан Курихара и Уланова. Приходится искать свои шансы в защите. Мяч подняли. Янева от блока в аут. Вот этого мы еще сегодня не видели, чтобы Янева подключали с задней линии. А именно это сейчас и произошло. Сейчас и Гончарова на задней линии. Грюн не могла там успеть атаковать. Первый темп тоже. И Кулякина вот такой вариант придумала. 18 очков уже у Яневой. Вот как. И хорошая подача прошла. Ну и с ней справляются. Но тут Крючкова должна была помогать. Ей было ближе встать и подбежать. Наверное, равновесие, что ли, потерял. Я даже не знаю. Грюн-то мяч подняла. Мы видите, да, немножко не получилось подняться. А Юлия Морозова рассчитывала на то, что мяч смогут поднять. Слишком поздно среагировала. Курихара. Аут. Получше стало настроение у москвичек. Что-то начало получаться. И так задвигались они на задней линии, заулыбались. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Юлия Морозова. Вновь блок работает. Закрывает Джордан Ларсон. И москвички в лишний раз показывают, что для них нет проблем разбираться с доигровщицами казанского клуба. Остается большая, но зато непонятно, как ее решать. Проблема — это Екатерина Гамова. Сейчас наверняка передача. Нет, смотрите, снова на Джордан. И Джордан обманным ударом сейчас решает эту ситуацию. Так что полидировали московские динамовки недолго. 14-14. Возвращается Регина Мороз на площадку. Ну, это замена обратная и понятная. Грюн. Не очень было удобно, но опять же затруднила как могла. Но есть Гамова, которая сложные выбитые мячи играет сегодня с колоссальным просто процентом. 15-14. Стороной блок ее мало интересует. Ну а здесь Грюн уже хороша, обыгрывает блокирующих. 15-15. Ну что ж, и ко второму техническому тайм-ауту мы приходим, ну, практически с тем же, что и к первому. Там 8-7 было в пользу казанского «Динамо». Ну и сейчас нам осталось выяснить, кто будет это небольшое лидерство иметь ко второму перерыву. Вот. Редкий случай, не совсем получился прием. И к шансу москвичек. Кто будет атаковать? Гончарова. Не будет вновь атаки у Казани. Есть шанс сыграть быстро. Очень быстро не получилось, но Грюн пробивает блок. И москвички выходят вперед. 16-15. Трудный момент у них был в этой партии, потому что все очень сильно напоминало второй сет, да, когда в середине казанская команда включилась и больше уже соперника к себе не подпускала. Вот был рывок, удалось его подхватить, и вот теперь москвички, немножко успокоившись, снова играют в свою силу, играют в свой волейбол, и сейчас могут, наверное, рассчитывать на эту концовку. По крайней мере, единственная равная концовка, которую нам удалось наблюдать в этом матче, осталась именно за хозяйками площадки. За хозяйками финала четырех. Ну, кстати, в Москве второй раз вот после 2005 года, как началось в этом формате играться финалы четырех, второй раз проходит. И первый раз-то как раз в 2005 году было. И
тогда, правда, на зале у СЗ ЦСКА проходила, и ЦСКА участвовала в финале четырех, так что я подозреваю, тогда именно ЦСКА было хозяином этого финала. А в прошлом году в Казани все происходило. Тогда москвичек не было в финале четырех вообще. Единственный, кстати, случай с 2005 года. И именно казанский клуб их туда не пустил в полуфинальной стадии. В Череповце волейболистки из Казани оказались сильнее. Со второй попытки Ларсон блок все-таки пробивает. И видно, что у нее большие трудности с высоких мячей. Но все время что-то ищет, все время придумывает. И время от времени находит. 16-16. Бабешина. 3 очка на блоке. Это прилично. До связующего просто здорово. Мощнейшая атака Гончаровой, хорошая высота, хорошая траектория, обыгрывает блок. Тут, конечно, Ларсон ничего в защите поделать не могла. Грюн, 17-16. Ну вот в этом году проблемы Грюн были вот именно в том, что она уставала все-таки к концу матчей. 2 сезона провела в пляжном волейболе, вернулась в национальную команду. Здорово немки там играли на чемпионате Европы, могли бы и выиграть его. Но вот силенок на концовку не хватило, и вот прежде всего Анжелина Грюн. И что-то подобное и на Кубке мира проявлялось в отдельных матчах. Как знать, может быть и сегодня мы... Динамовки могут столкнуться с этой проблемой. Вот видите, сейчас она в приеме не здорово сыграла. Но зато есть постраховка у москвичек Янева. Было касание блока, было. 18-17. Впереди московская Динамо. Вот, пожалуйста, счет. Перепелкина. Хорошо, сейчас Грюн в защите место выбрал. С задней линии приходится атаковать. Больше просто неудобно было. Сделано это здорово. Затруднило его, что сейчас Гончарова. Блестящий обманный удар. Какую же она траекторию нашла. Ну, по сути, облизал трос мяч. И отвесно упал под сетку. 19-17. Это было красиво. Естественно, от таких игроков, как Гончарова, Гамова, всегда ждут мощных атак, ибо они этими атаками обладают. И вот когда скидки подобные проходят, у Гамова они, кстати, почаще бывают, то всегда это весьма-весьма неожиданно выглядит. Ну и первый тренерский тайм-аут в третьей партии. Вот так ровно шли команды, что перерывы надобности не было брать. И берет Ришат Гелизутдинов. Напомню вам, казанская «Динамо» – чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона. То есть во всех этих турнирах он выше москвичек оказывался, у которых немало амбиций. И которые в прошлом году как раз на своем паркете в регулярном чемпионате казанский клуб обыграли. Но в регулярном чемпионате плей-офф все было по-другому. Хорошая подача у Перепелкина. И сложный мяч, естественно, атаковать Гамова. И вновь не удается мяч сохранить. И вновь мяч где-то близко. Вот у Веры Улякиной сколько таких моментов было. Но чуть-чуть ей не хватает, чтобы выбить его вверх. Возвращается Леся Махно. Порадуемся тому факту, что ничего серьезного с ней не случилось. Ну а что это даст динамовскому клубу, мы посмотрим. Курихара еще вполне может и вернуться, как вы понимаете. Право на обратную замену никто у команды не отнимал. Гончарова разыгралась. Разыгралась вовремя для своей команды. Ну, вообще, она в этой партии очень неплохо смотрится. И начало с этого провела. И вот сейчас вот этот отрезок, когда она была на передней линии, задней линии атаки пока не очень ладится. Ну, там Янева должна отработать у сетки. Вновь Гамова цепляет блок на сей раз мяч. Маленького смягчения достаточно, чтобы сыграла защита.
Ларсон рискнет. Ну, тут рисковать было слишком, наверное. Янева по блоку в аут. 21 очко московской команды. 21-18. Наталья Гончарова. Тайм-аут. Второй тайм-аут Ришата Глюзидинова. Но вот этот сет очень здорово первую партию напоминает. Тоже мы помним, что по чуть-чуть начали отрываться хозяйки площадки. Глюзидинов два тайм-аута. Все догнали. Потом пришлось два тайм-аута брать Колчин. Но вот посмотрим, насколько этот сценарий повторится. Пока москвички настроены на то, чтобы не дать ему повториться. Вот сейчас буквально с зубами выгрызли пару очков и могут претендовать на победу в этой партии. Гончарова. По-прежнему она на подаче. Махно, ну вот опять. Неужели подняли этот мяч? Фантастика. Ну тут и повезло, потому что Уланова на земле сидела, и мяч и прилетел, и ошибка Янева, это уже, знаете ли, как досада от того, что произошло на стороне соперниц. Удивительный момент. Блок, ну просто, вот говорят, килл-блок есть такое понятие. Но действительно убийственный был блок. Как можно было его поднять? Уланова просто маленький герой эпизода. Да еще, по-моему, из аута так потащил этот мяч Грюн, растерявшись немножко. Если это она была, честно говоря, смотреть я не успел. И Борис Колчин понимает, какой это был психологический удар, который его команда только что пропустила, и берет тут же тайм-аут. Делают это все москвички правильно и должны были это очко выигрывать. Но вот так сложилось. Замена связующего. Выходит Ольга Хржановская на переднюю линию. Вот частенько такую замену делает. Я так понимаю, что она сильнее Бабешиной на блоке должна выглядеть. Но мы видели, что у Бабешиной сегодня три результативных блокирования. То есть тут тоже не все так однозначно. Небольшая такая суета. Задергались игроки. Вот первый шанс такую серьезную атаку у москвичек провести. Теперь они уже в защите чудеса творят. Куда же там вдвоем прыгают. Игрок перебрасывает едва ли не снизу мяч. Два блокирующих. И в итоге москвички этот мяч проигрывают. Засуетились. Занервничали. Это заметно. Вот теперь вопрос, как им сниматься с подачи соперника. Там Леся Махно перебивала мяч, еле успевала, и два блока на нее поднимались. Вот это явное свидетельство о том, что немножко потеряли холодный рассудок москвички. А тут еще и Гамова на подаче. Неприятно это, потому что она здорово подает. Ошибается Гончарова, и преимущество, которое было у столичного «Динамо», испаряется. 21-21. Есть второй перерыв у Бориса Колчина, пока он его тратить не спешит. Янева, хорошая атака. Здесь вряд ли удастся спасти, несмотря на то, что сразу четыре волейболистки из Казани за этим мячом рванули. 22-21. Вновь нас равная концовка ожидает. Очень похожая на первую партию. Посмотрим, насколько похожий окажется итог ее. Янева попыталась укоротить. Вот удалось наконец-то в защите выбить мяч вверх. Не воспользовались ли Казань, волейболистки из Казани своим шансом. И опять же, сеточные мячи. Долго играются, нет атак. Перебрасывается без борьбы на сторону соперниц. Шанс.
И вновь это шанс для блока столичного «Динамо». Как выясняется, у Леси Махно категорически не идут атаки в концовках. Ну, категорически. Причем она не отжимается, лупит, что есть силы. И отскок соответствующий от блока получается. Не всякий раз счастливый мяч попадает в Уланову, как это было в предыдущем эпизоде. Хотя она была очень близко опять, чтобы постраховать. 23-21. Вот это эмоции. И вновь Гамова. Крючкова тащит мяч. Будет атака. Ну, не знаю, насколько серьезная. Вряд ли серьезная, конечно. Ну, а это обманный удар от Борисенко. Просто блестяще использован. Все она видела, все контролировала. И просто аккуратненько за шиворот так мяч забросила блокирующему, понимая, что далеко, далеко стоит страхующий игрок. Умеет Мария вещи такие делать, мы это знаем прекрасно. Возвращается Мегуми Курихара. Не очень удалось, будем откровенны, Махно помочь в атаке своей команде. Посмотрим. Курихара на подаче сразу же помогает. Ну, почему-то без атаки остается казанский клуб. Что-то не разобрались, где Гамова. Не просчитали, но зато просчитали атаку Грюн с отведенного сложного мяча. Блок оказался в самом нужном месте. 23-23. И вот тут-то второй перерыв Бориса Колчина оказался очень кстати. Да, любопытно. У кого крепче окажутся нервы. Вот тот фактор, который в первом сете сыграл за московское «Динамо», это вот атаки Махно неудачные. Он уже в этом концовке не будет как аргумент, потому что Махно на площадке уже не появится. При всех вариантах Курихара будет этот сет доигрывать. Ну и я думаю, что при любой возможности мяч будет доставляться Гамовой. Даже вот тот неудачный розыгрыш, когда не нашли ее передачи, об этом свидетельствует, что искать будут только ее. Правда, Ларсону сетки тоже может доставить неприятности. Ей посложнее все-таки на этом блоке. Хорошая подача. Вновь большие проблемы у Яневой. Касание сетки. Как же должно быть обидно. У кого? У Юлии Морозовой. Она не согласна с этим категорически. Ну, давайте посмотрим. Ну, было. А чего тут спорить? Касание достаточно заметное. 24-23. Первый сетбол достается Казани в этой партии. Первого сетбола выиграть не удалось. Анжелина Грюн, наверное, когда она жила в СССР, была Ангелина. Анжелина, это вот так в Германии ее называют. Но поскольку она выступает за Бундестим, нам нет причин называть ее по-другому. 24-24. Анна Матиенко вновь появилась на подаче. Удалось ли ей затруднить? Да, удалось, потому что этот обман Харжановский достаточно читаем был. И был вынужденный. И первый темп проходит, проходит Борисенко. 25-24. И вновь у нас концовка за пределами обычной длины сета у нас получается. До 31 очка команды доиграли в первой партии. Как оно будет сейчас? И вновь Грюн, и вновь блестяще она в концовке действует. И знаете, уже на характере на одном такое ощущение, что играет. Потому что вот этот мяч забить, такие она просто и не атаковала до этого. Пыталась где-то отыграться от блока, то тут рискнула. По-другому, наверное, просто очки здесь не вырвать. 25-25, и Вера Улякина подает. При том, что сейчас хорошая линия блокирующих у «Динамо» московского. Курихара классный прием. Куда скочит мяч. Не стала Курихара гадать, не знаю, летел ли он там в аут или нет. А Джордан закрывают. Хороший блок у «Динамо» московского сейчас на передней линии. Первый сетбол у москвичек в этой партии.
На силу здесь не пройдешь. Мария Перепелкина долго очень слишком без набранных очков находилась в этом матче. И в самый нужный момент она это очко для своей команды выигрывает. Улякина. Хорошая доводка. Будет Гамова атаковать. Естественно, мяч в воздухе. Поднимают москвички. Нет, без атаки они снова. И вновь Гамову смотрим. Не лучшая передача. Здесь же Гамова не успеет. Будет снова Джордан. Она отжимается, не рискует. И Грюн, наверное, доверит сейчас завершить. Сложно там пробиться, но она не проигрывает опять. А вот здесь уже ничего поделать не может. 26-26. Блок казанского «Динамо» тоже на уровне. Был шанс у москвичек вырвать эту партию. Конечно, понятно, что ближайшему игроку пасовать удобней. Но Грюн здесь забегалась вот в этом эпизоде. Слишком несколько раз атаковала. Не хватает у нее, наверное, просто еще на такие моменты. Но игра продолжается. 26-26. Бабешина вернулась. Опять же, врывание вот это в зону Гончаровой. И поверх блока она проходит. Давайте смотреть, где. Поверх Мороз. Так как могла, смягчала, но не было защитников в шестой зоне. 27-26. Грюн на подаче. Янева, у которой побольше сил у сетки. Там, опять же, три нападающих. Без связующего блок может быть очень-очень серьезным. Гамова не рискует атаковать, и вот он шанс. Янева. Мощно, но на месте Уланова. Гамова. Блок попадает той же Перепелкиной. И московская «Динамо» вырывает победу в третьей партии. 28-26 и 2-1 в пользу москвичек. Ну, один «Динамо» московская впереди, и москвичкам удалось выиграть партию, в котором у их соперниц были просто потрясающие цифры в приеме. 84% позитивного, причем у Курихары и у Улановой по 100% позитивного приема. Цифры просто какие-то зашкаливающие. 73% у Ларсен, это тоже блестящий, при том, что она принимала 15 раз, когда ее партнеры суммарно 10. Чем же можно тут ответить правильно? Только блоком. И вот в этом компоненте москвички лучшую партию выдали в сегодняшнем матче. 7 блоков, причем 3 у Юлии Морозовой, 2 у Марии Перепелкиной. Эти два блока в концовке, они оказались решающими. Ну и начинается у нас четвертый сет. Москвичек настроение хорошее. Им надо сейчас постараться сразу же закрепить то, что было сделано в концовке. Понятно, что озадаченные соперницы. Отдавать две равные концовки, невольно задумаешься. 25-15 это, конечно, хороший выигрыш в сете, но это выигрыш всего лишь одного сета. А счет-то по партиям 2-1. В пользу соперниц. Грюн так в каком-то азарте далеко в аут мяч запускает, но, может быть, какая-то усталость уже и присутствует. Вообще, очень, опять же, равномерно распределяется нагрузка между нападающими «Динамо» столичного. Ну, возьмем предыдущий сет. 13 атаку Яневой, 12 у Гончаровой, 10 у Грюн. А если посмотреть на казанский клуб, здесь 20 у Гамовой и следующие 11 только у Джордан. То есть Гамова несет колоссальную нагрузку. Пока таких признаков усталости нет, но вот все же забивать-то невозможно. Где-то в концовке что-то не добило, один мячик там буквально, и пожалуйста. Команда партию отдала. Ну, не потому что Гамова не забила, как вы понимаете. Закрыли ее блоком, здорово сыграли. Ну, просто цена этой вот этой ошибки лидера одной. С другой стороны, когда 20 раз нападаешь, что-то, конечно же, не забьешь, безусловно. 2-2. Ну, из того, что надо отметить, Мегуми Курихара с первых минут вновь в составе казанского «Динамо». Вот эта надежность на блоке, она сейчас важнее. Ошибается Бабешина, едва ли не первая ее ошибка такая видимая сегодня. Если вот несколько передач Улякиных широких за антенну, мы на них внимание обращали. Хотя в целом тоже очень приличный матч, конечно же, выдает Улякина. И коли столь эффективно нападение обеих команд, значит, и связующий играет здорово. Вот Бабешина до этого не позволял себе ошибиться. Сейчас
Гамова не добивает. Разочек москвички отбились. Первый темп вновь мороз. Вновь здорово играет защита столичного «Динамо». И вновь смягчение есть. Тащат сейчас москвички все буквально. Шанс у Гончарова на такой, знаете, достаточно призрачный был. Ну а сейчас Грюн в задней линии. Задумал это здорово. И попади она в площадку, это было бы выигранное очко. Но мяч чуть-чуть уходит все-таки в аут. Хотя было видно, что при разбеге так взглянуло, где блок, и уже обыгрывал его с полным пониманием, что нужно сделать. Мяч чуть-чуть сетку задел, вот на повторе было видно. Наверное, эту траекторию приподняло, так бы, наверное, попало бы Грюн. Ошибается Регина Мороз, 4-3. Московские «Динамовки» сейчас настроены серьезно, и по мере того, как они будут продолжать лидировать в этом матче, давление на соперника будет усиливаться. И так-то мы видим, что нервы не железные, и концовки равные. Казанские девушки пока не выигрывали сегодня. Гамбо, ну тут она чисто обыгрывает блок до пола, 4-4. Я не знаю, было там касание блока, было, и для арбитров это тоже очевидно абсолютно. Да, собственно, никто и не спорит. 5-4. Москвички постоянно с первой же попытки сейчас снимаются. Это, конечно, на пользу команде идет. Вот еще как этот прием казанский расшатать. Вот задача еще, которую пока решить не удается. Ну, вот здесь, конечно, надо было подниматься. Морозовый такой сеточный мяч. Бабешна такие может обманывать, и это надо понимать. Хотя могла и пасовать. Мы видим, что вполне по высоте она доставала при необходимости. 5-5. Дважды Грюн не смогла обыграть блок, но Борисенко в который раз уже демонстрирует вот этот обманный удар. Зависает в воздухе и аккуратненько так сбрасывает. 6-5. Выводит свою команду вперед. Трудно тут, потому что защитник находится значительно дальше. Свободный от блока к таким мячам тоже, ну, никак не успеет. Поэтому тут блокирующим надо выпрыгивать по месту точно, чтобы не давать вот такие удары совершать. Ошибается сейчас Седова. Морозова. 7-5. Не попала толком по мячу. И вновь казанская «Динамо» старается заработать весомое преимущество. Так им, конечно, играть полегче, как это было во второй партии. Ну, вторая попытка. И сейчас Юлия Морозова безупречно. 7-6. При том, что есть проблемы в атаке и у Курихары, и у Ларса все не так уж гладко. Понятно, что вот выбить соперниц из приема сейчас главная задача для москвичек – лишить первого темпа. Тогда все сведется к высоким мячам с Гамовой. Да, это тоже сложно против нее противостоять, но ведь где-то она что-то не забивает все-таки, где-то можно. Вот цепляет блок же отдельные-то атаки. Ангелина Грюн. Быстро москвички достали соперниц. Ну, собственно, далеко они их и не отпускали. Тут важно было действительно не упустить этот момент. Они его не упустили. И Юлия Морозова на подаче. И вновь доводка Курихары хороша. Джордан. Ларсон не может в очередной раз обыграть блок. Все попытки атаковать вход никакого успеха не приносят. Ну вот, о чем я говорил. Опытные блокирующие по ходу игры добавляют в понимание атак соперника. И даже Перепелкина, Витя стала успевать. И сложно Джордан. 8-7. Москвички впереди к техническому перерыву.
Хотя все было шло к тому, что казанский клуб будет иметь преимущество. Но этого не получилось. И теперь вновь стараться не отпустить хозяев площадки вперед. Им-то вот этот сет будет победный. Принесет Кубок России. Вообще давненько. Ну, как давненько. В прошлом году без титулов остались, без каких-либо москвички. Это, конечно, для команды с такими амбициями вызов, если хотите, дополнительный. Поэтому и тренерский штаб поменяли, и такие серьезные кадровые перемены. Поменяли легионеров в команде, потом еще раз получилось, поменяли легионеров. Сначала вроде и с канадкой Тиффани Дотс было подписано соглашение, но... Не нашлось ей места и применения в динамовской. Яйма Уортис теперь сможет играть только в Лиге чемпионов, вот после появления Грюн. Так что москвички изрядно потратились в этом году. Действительно, глубина состава большая. А по сути, вот Борис Колчин может опираться только на стартовую шестерку сегодня. Ну, понятно, она лучше подыграна. И матчи с таким соперником тут мелочи могут решать. Особо не до экспериментов. Ларсон Джордан вновь не может обыграть блок. И, по-моему, второй раз Вера Улякину попадает. 9-7. Замена связующего для начала. Стало быть, недоволен Гильзудинов, как Бабешина сейчас тактически себя ведет. Потому что вторую подряд передачу игроку, который перед этим проиграл, это же не Гамова, в конце концов. Это Гамовой можно отдавать такие мячи после неудачи. У Джордан не все так сладко. Вот сейчас, конечно... Первый темп, и там ждут опять. Ждут теперь уже Борисенко. Вот для чего нужна в команде Анджелина Грюн. С ее пониманием игры. Сколько таких мячей Мария Борисенко сегодня выиграла? До десятки. И вот в тот момент, когда у ее команды что-то засбоило, не сработало и это, и теперь, ну, по сути, теперь даже в сознании связующего игрока остается одна Екатерина Гамова. И это прекрасно, настолько же прекрасно понимает и блок. Москвичек, блок, который вот сейчас заработал просто на полную мощь. В предыдущей партии 7 очков, сейчас 3 подряд. И с этим блоком предстоит разбираться Гамовой едва ли не в одиночку в ближайшее время. Ну, может быть, немножко я утрирую. В конце концов, и прием может не получиться таким, каким задумывается. И какие-то вынужденные передачи другим игрокам. В противном случае сейчас на Гамову нагрузка ляжет. Морозова по-прежнему она на подаче. Небольшой совсем аут. Вот, конечно, не тот способ, которым надо было сопернику... отдавать съем сейчас москвичкам, особенно после тайм-аута. Да, ну так все очень близко, близко. Борисенко. Знаете, не лучшая доводка, но вот Вера Улякина, дважды сыграв на блоке, просто второе дыхание такое ощущение, что у нее открылось, и... Абсолютная вера в свои силы. Обманный удар, причем такой, знаете, непростой. Она кидала далеко мяч. Обычно связующие все-таки пытаются поближе его сыграть, чтобы... А здесь наоборот. Она понимала, что близко все страхующие. Первая ошибка Курихары сегодня в приеме. И после этого счет становится 12-8. Безупречно принимала японка до этого абсолютно. И вот, пожалуйста... Гильзудинов к счету 12 использует оба своих перерыва. Честно говоря, не заметил я, кто подавал у москвичей. Не удивлюсь, если это Вера Улякина была вот после тех всех подвигов, которые на ее долю пришлись в последних розыгрышах. Давайте посмотрим, сейчас убедимся. Ну, а мы смотрим блестящий блок Анджелины Грюн, собственно, с которого вот рывок... У московских «Динамовок» стал по-настоящему виден как весомый. Да, действительно, Вера Улякина на подаче. Просто бенефис сейчас у нее какой-то случился, такой кратковременный. Естественно, связующий не может набирать львиную долю очков в команде, хотя так сейчас получается. А вот для Гамова это приличное абсолютно занятие. Естественно, первый же приличный прием, и ей последовала передача. Счет обязывает.
Ржановская. Могла затруднить. Не будет атаки у московских «Динамовок». И вновь на Гамову. И вновь Гамова безупречно. Причем так на исполнение атакует. Понимает, что там высокий блок делал. Что там случилось с Марией Перепелкиной. Неудачно приземлилась после блока. И вот это потеря, потому что она разыгралась в последний вот, сет-полтора. Да, наступила на ногу, по-моему, она Наталья Гончарова. И в таких случаях кто наступает, тот травму и получает чаще всего. И травма, похоже, может быть весьма и весьма серьезной. Но есть у москвичек кого выпустить. Есть и Юлия Меркулова, похоже, она сейчас выходит. В принципе, может хорошо и Екатерина Кривец сыграть. Эта позиция у москвичек укомплектована. Но вот, сами понимаете, фон такой игровой для команды неприятный, когда основной игрок, один из основных игроков получает травму. Вряд ли Перепелкина сегодня уже появится. 12-10. И вновь с трудом с этой подачи справляется Янева. Гончарова пытается на силу пробиться, и преимущество практически пропало у московского «Динамо» в одной расстановке. Так же, как легко получили, так же легко и расстались. 12-11. Тайм-аут берет Борис Колчин. Сейчас нужна пауза для его подопечных, чтобы вот осмыслить последние события. Они не самые приятные для команды. 12-11. Если судить по этой статистике, у москвичек ошибок больше. Такого впечатления, что разрыв большой у меня, например, нет. Подают, видите, побольше в аут подопечные Колчина. Ну, или сетка там. А Мария Перепелкина оказывает помощь. Сейчас Гамова только вышла на переднюю линию. Начинаются неприятности. Но Гамова из задней линии опасно. Ну а когда у нас сетки, это еще и плюс блок. И вновь хороша подача Ржановской. Затерзала она буквально прием москвичек. Гончарова вновь тройной блок поджидал. Сейчас двойной, но от этого не легче, потому что там Гамова. В линию бесполезно лезть. 12-12. Вот как может все быстро измениться. И Меркуловой же еще какое-то время понадобится, чтобы войти в игру. Другое дело, когда игрок готовится, даже там где-то и по указанию тренера. Другое дело, когда вот так неожиданно пытается ее сразу включить в атаку. Это не удается. Гончарова. И эта атака не получается. И Грюн. Грюн выручает, который уже раз сегодня «Динамо» от Москвы. Действительно, вот когда бывают такие расстановки, когда... Вроде бы есть на линии игрок, который по определению должен забивать. И у него не получается. И тогда начинаются действительно сложности. Одному попробовали, дали второму. Если никто их не забьет, вот такая легкая паника. Вот Грюн эту панику прекратила. 13-12. В свою очередь, классная подача. И не успела на своей стороне передачу выполнить Ржановская. 14-12. Но тут еще ошибка при передаче. Я думаю, скорее всего, именно эту ошибку Виктор Марков и зафиксировал. Там задержка мяча явная. И вновь хороша подача Грюн. Есть Гамова, но есть и Крючкова в защите. И вновь Гамова. И вновь Крючкова. Становится интересно. И вновь Гамова. И вновь защита столичного «Динамо». И что, там Юлия Меркулова не дотерпела. Но вот не попала в игру пока абсолютно. Задела мяч на стороне соперника, который уже был. В общем, ну, по большому счету и достать-то она этот мяч не могла. Вот на повторе это было видно. Что хотела, не очень понятно. 14-13. Перепелкина, как видим, не ожидается выход.
Кузнецова вновь на подачу. На сей раз очень сложно она у нее получилась. 14-14. Не справляется вот с определенного момента с приемом Ева Янева. Уже 3 или 4 мяча она доводит очень плохо. В Казани это поняли. И сейчас стараются ее загружать. У Крючкова-то справится. И вновь не находит выигрышных никаких вариантов. Гончарова узковато, конечно, была передача. Тут надо и Улякину. Вот здорово она как перед этим выглядела. Сейчас пару передач очень плохих отдала. Вот в предыдущем розыгрыше, когда пыталась через всю длину площадки пасовать на Янева, перемудрила. И вот эта передача тоже никуда не годится, конечно. Янева не может забить. Гончарова, но вот наконец-то удается ей забить. Для москвичек это очень важно, чтобы Наталья Гончарова вновь обрела уверенность. Мы видим, с хорошей высоты она все-таки атакует. Мороз не всегда до нее достает. 15-15. Замена. Это возвращается Джордан Ларсон. Она нужна команде в приеме, безусловно. Ну, Кузнецова свое дело сделала. Подачу затруднила. Рискует, рискует. Сейчас Ларсон, ну, действительно, неочевидный мяч. Но кроме нее атаковать было некому. И она уж так не стала стесняться, приложилась. Ну, блок один, плюс еще атаковала в нападении, где Юлия Меркулова защищалась. Сами понимаете, с ее ростом в защите играть весьма и весьма непросто. Меркулова больше 2 метров. Ну и пока, как мы уже отмечали, не очень ей удалось попасть в игру. Оно и сложно это сделать. Матч-то какой напряженный, динамичный. Меркулова, может, не относится к самым подвижным игрокам, поэтому есть, чтобы реализовать свои козыри, это атаку хорошую, это есть. Ну и высокий блок, надо постараться все-таки. Прекрасный матч мы сегодня наблюдаем. Удался финал, чем бы он ни завершился, в скольки бы партиях это ни произошло. Действительно, соперники достойны друг друга. И временами кажется, что все уже решено в пользу одной команды. Нет, ситуации меняются, находятся какие-то внутренние резервы. Разве что вот вторая партия особняком немножко стоит. Посмотрим, как будет сейчас. Вновь вперед вышла казанская «Динамо». 4 очка преимущества у москвичек. Они отобрали очень быстро. Было касание блока, поэтому Ларсон вынуждена была играть в защите. Ну, ничего толкового из этого не получилось. 16-16. Вечерова. Курихара летит, но Курихара второй себе ошибки не позволит. Зато в атаке забить ей вроде бы не удалось. Нет, вернули москвички мяч. Сложный был момент, но тут Гамов доигровки. И с касанием блока она выигрывает 17 очко для своей команды. 17-16. Отправляется подавать. На подаче Гамовой сегодня затруднения, ну, достаточно регулярные у москвичек. Но подача, правда, у Гамовой хорошая. Удается, по крайней мере, оставить мяч в игре. И даже будет атака у москвичек, потому что соперницы тоже не разобрались. Не прошла атака у Седовой, что Гамова. Обманный удар, который сетку на сей раз не перелетает. Ну и, вы знаете, не готова была Екатерина. Так ее как-то быстро уж больно подключили. И ошибается она. С другой стороны, по замыслу это все очень здорово было. Пройди вот этот обманный удар, наверняка очко для казанской команды она бы заработала. Янева.
как-то в тень немножко ушла эта волейболистка, которая была основным добытчиком очков для московского «Динамо» большую часть матча. Но в третьей партии она, не она уже была самой результативной в своей команде. Тоже, наверное, подустала, но не без этого. 21 очко у Яневой было по итогам трех сетов. Морозова все очень четко. Хорошую паузу сейчас Улякина сделала перед этой передачей. Действительно, до конца было непонятно той же Борисенко, куда бежать, с кем оставаться. И на блоке центральная казанского «Динамо» была, по сути, отыграна. Мы это видим. Вот как раз через ту зону, где она должна была быть, этот мяч и пролетел. 18-18. Анна Матиенко вновь на подаче у москвичек. Ну, Ларсен справляется. Справляется и с атакой на сей раз. Стык блока с хорошим таким отскоком. 19-18. Хотя Ларсен, конечно, эти атаки значительно труднее даются. Но вот там Меркулова чуть-чуть не успевает. Перепелкина, конечно, поподвижнее немножко. И для Ларсена не надо большая высота блока. Здесь она такого большого значения не имеет. Главное, вовремя с ней подниматься. Не так высоко Ларсен мячи сбивает. Грюн более чем уверенно, спокойно. 19-19. Ну вот концовка сета приближается. Преимущество вроде нет ни одной из команд. И для казанского «Динамо» это не лучший вариант развития, согласитесь. Тут буквально одна ошибка, и ты становишься так на грани провала, образно говоря. Единственное, что вот непонятно, в кого подавать в этой команде. Настолько здорово все три принимающих сегодня казанского клуба действуют. Просто на заглядение. Курихара, конечно, в этом отношении здорово прибавила для командной игры. Пусть у нее в атаке не так все надежно. Гончарова, ну, страховать надо, конечно, такие мячи. То, что она не забила, тут ничего удивительного нет. Блок хороший, блок высокий. Пыталась через мороз пройти. Ну, отскок чуть-чуть длинноват оказался. Тянулись, видите. И, наверное, Булякина даже достала. Не коснись этого мяча Крючкова. Вот на повторе мы это видели. Оба перерыва использовал теперь уже и Борис Колчин. Помним, еще 12-8. К тому моменту лишился тайм-аутов Гелизудинов. И, как выяснилось, сделал все вовремя, потому что вот удалось быстро это преимущество отыграть. И еще раз приветствуем на площадке команду «Динамо Москва». Крыжановская. Так, заменила она Бабешину и прочно обосновалась в составе. Прежде всего, подача ее действительно в этой партии запомнится. Гончарова вновь в такой вход в зону играли. На сей раз не удалось ей блок перебить, что Гамова. А Гамовой даже сетку не удается перебить. Ну вот о чем я говорил. Все-таки какие-то признаки усталости уже наблюдаются, да? Та нагрузка, которую она получила. Вчера 4 партии больше всех атаковала, сегодня по 20 атак за сет. Это не шутки. 21-20. Грюн. Шанс у москвича. Кто там в атаке? Янева. Хорошо, Уланова выбрала место. Гамова. И вновь Гамова будет атаковать. И вновь Крючкова блестящее место выбирает, которое уже раз. Янева. Уланова там то же самое абсолютно делает. Как будто, знаете, тренировочное упражнение такое разыгрывает команды. Мяч держится в воздухе. И, наконец-то, Гончаровой удача улыбнулась. Не доходит мороз.
все труднее и труднее успевать. Усталость — это уже, согласитесь, не праздная такая фраза. Мы даже по лицам игроков многие видим, насколько им тяжело уже дается сейчас игра. 21-21. Ну, действительно, больше двух часов матч длится. У нас только четвертая партия на самом деле. ...22-21. Такие ошибки в концовке — это, конечно, роскошь. Ларсон. Янева. Удачно все для нее заканчивается. Тут уже трудно нападающим и свежие какие-то решения искать. Есть желание бить сильно по ходу, а там как получится. Уже много таких мы эпизодов видим. У кого-то получается, у кого-то нет. Юлия Меркулова. Подача у нее сложная. Пока вот она еще ничем своей команде по большому счету не помогла. Вынуждена появившись. Сейчас одна хорошая подача может много изменить. И она эту подачу делает. Но вот, правда, что без борьбы почему-то мяч отдают москвички. Агамова не попадает в площадку. Третья ошибка к ряду. Что это, если не усталость? 23-22. Мария Бабешина возвращается на площадку. Опять же, сами понимаете, здесь вины связующего никакой. Передача нормальная, решения логичные. Но что-то надо менять. Тайм-аутов-то давно уже нет. Но Меркулова может вновь усложнить. И вновь на Гамову. Блок смягчает. Шанс у москвичек каких может больше не быть. Гончарова. Янева. Касание блока там было. Подстрахуют. Да, подстрахуют. Там не дадут такому мячу просто упасть. Гончарова закрывает ее блоком. Закрываю. 23-23. Трижды москвички имели два матчбола, все шанс заработать. Трижды отбивались волейболистки из Казани. Причем мы видели, какой мяч подтащили еще в защите. Регина Мороз отправляется подавать. 23-23. Янева проходит. Ну и матчбол. Так или иначе, не два, так один. А ведь одной ошибки достаточно, чтобы сделать болельщиков столичного «Динамо» счастливыми. Волейболистам Казани. Давление на них огромное. Они две концовки проиграли. Сейчас понятно, скорее всего, атаковать будет Гамова. Ушла, правда, Гончарова с блока. Она сейчас подает. И все. И все. Наталья Гончарова приносит победу своей команде. Держали, держали прием. Вот это цена той самой одной ошибки, да, о которой я говорил. И московская «Динамо» выигрывает первый трофей этого сезона. Национальный кубок. И это первая победа Бориса Колчина в качестве тренера женской команды. Красиво мы сегодня матч наблюдали. Действительно, было много ярких, запоминающихся моментов. Ну, а победил тот, у кого оказались крепче нервы. Я думаю, здесь никто спорить не будет. Ну и поздравим столичный «Динамо» с этим успехом. Поблагодарим обе команды за потрясающее зрелище, которое нам подарили. И на этом заканчиваем нашу трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стецко. Всего доброго.